Востребованным быть не так-то просто. По плоти, по душе и по талантам. Ты нужен постоянно, кто-то просит. Нуждающимся ты везде заплата. Раскрутку свернута в спячку эгоизма. С младенчества раннего до гробовой доски. Чтоб себелюбие прижизненно унизить. В прорыв дар милосердия ввести. В умении жертвовать пристойно отличиться. Заявку сделать на больных и сирых, расслышать, кто с нуждой к тебе стучится, и ты готов не от избытка жира. Таланты знания и строгого совета под безразличностью отнюдь не заржавели. Свои болячки не наложат вето, не пожалеют тех, кто постучатся в двери. Представить тяжело подобие смерти, где ты не числишься и у врагов в реестре. Не пережить подобную потерю, когда нас вычеркнут напротив, ставя крестик. Не может быть, чтобы не нужен был я, не ржавеющий, как остов на приколе. Не допущу, чтоб жар в крови остыл и лютого врага не встретил хлебом солью. Мои следы тревожат пусть во тьме, свет прорезает заблуждение мглу. Я так привык, что тянутся ко мне, знать не в тенетах просидел в углу. У каждого ячейка ниша есть. Обжито и даже нам по вкусу. Знак милосердия на входе виден крест, принадлежащий лично Иисусу. Авторитет, каталог из талантов вывешиваю ежедневно рано. Латаю и сшиваю за бесплатно. Веду к воскресшему. Он исцеляет раны. 20 апреля 2006 года.